Поэтому сперва он был там, затем его отвоевали, затем подарили и бла-бла-бла. Опять же, смысл тут в следующем. Севастополь всегда являлся российской базой, местом, где располагался военно-морской флот Черного моря. Таким образом, если Крым находится в составе Украины, а сама Украина вступает в ряды НАТО, российскому флоту конец. Ему просто не позволят контролировать Черное море. Вместо него там будут американские корабли. С помощью этого НАТО приближается к юго-западной границе Российской Федерации. Вполне естественно, что русские видят в таких действиях угрозу. Они заявляют: «Мы этого не позволим». Является ли это правильным с точки зрения международного права? Нет, ни в коем случае. Но когда речь идет о чем-то, потенциально угрожающем твоим границам, вам становится все равно на